Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим кекс «Три желания». Для приготовления нам потребуется 4 яйца, 300 грамм муки, 160 грамм сахарного песка, 180 грамм сливочного масла или маргарина, пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм, 40 грамм грецкого ореха, 40 грамм изюма и 30 грамм мака. Миксером нам необходимо взбить яйца и сахарный песок. Когда смесь станет однородной, добавляем мягкое сливочное масло и взбиваем все вместе. Осталось добавить муку, всю сразу, и разрыхлитель. Аккуратно все перемешиваем уже лопаточкой, не миксером, чтобы не было комков. Вот такое густое тесто должно получиться. Тесто разделила на три части. В одну добавим сухой мак, в другую промытый и обсушенный изюм. И в третью мелко порубленные орехи. Все хорошо перемешаем и будем выпекать. В смазанную маслом чашу мультиварки сначала выкладываем тесто с маком. Аккуратно все разравниваем. Следующий слой – слой с орехами. При желании можно добавить какао-порошок. Аккуратно распределяем поверх слоя с маком. И выкладываем слой с изюмом. Также аккуратно распределяем по всей поверхности. Закрываем крышку мультиварки. Так как объем теста достаточно большой, будем готовить на режиме выпечка, ручной режим или мультиповар при температуре 130 градусов 1 час 20 минут. Время истекло. Вот так хорошо поднялся кекс. Через 5 минут будем доставать с помощью корзины пароварки. Достаем кекс с помощью корзины пароварки, просто переворачиваем на нее вместе с чашей. Потом чашу снимаем. Благодаря сливочному маслу он долго остается сочным и не сухим. Итак, отлично просматривается структура кекса. Как вы видите, один слой с маком, далее идет слой с орехами и внизу слой с изюмом. Кекс получается высокий, пышный и абсолютно не сухой. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!